Затягиваем зажигание. Сейчас поставим ротор, стартер. И будем поршневую собирать. И собрать сегодня мотор. Задрал уже. Ну никак мне не... Как не соберусь, то одно, то другое. Ну и бляха, бляха как-то... Этот не звонит. Обычно я что-нибудь дотяну, пока вала. Кто-нибудь позвонит. Я сразу собираю. Этот не звонит. Я чувствую уже жопой, что... Что пора уже как бы мопед-то отдать. Тут мне месяц тебе хватит. Я говорю, хватит. Ну, месяц подшипники шли. Так. Стартер. Ставим. А, ротор. Ротор. Так, шпонка. Шпонка. Вот так. Так, тут у нас все хорошо. Так, стартерок, помажем зубчики слегка. Много не надо, а то накидает куда-нибудь. Ну и ставим. Вот так. Стартерок стоит. Масляный насос. Масляный насос. Все у нас тут хорошо, все чисто. Помажем маслицем. Все чисто. Ставим. Вот так. И тут один болток стоял. Один болток. Так. Вот тут штучка. Она стояла вот здесь. Вот так. О. Вот так. А это вот здесь. Но там почему-то нету гайки. Так, это вот так, а вот это тут стояло, ухо, оказывается. Хорошо, когда видео есть, а то я не помню ни хера уже. Это вот так. Вот так. Ушко. Вот так проводки, я думаю, должны идти. Вот так. Так, все четко. Все, поршневая.
Сейчас мы разберемся с лепестковым клапаном. Прокладка тут села. Все у нас крутится, заводится все. Все прекрасно. Лепестковый клапан. Прокрутился один болт. Этот крепко, а этот прокрутился. Поставил я другой болтик. Сейчас обрежу его болгарочкой. И все. Меньше воздух будет проходить, тем будет он устойчивее работать на холостом ходу. Здесь вот подсосы воздуха не нужны вообще. Так что лучше помазать. Много не надо, лишнее выдавит. Но помазать рекомендую. Так, тут один длинный болток. Вот так. Крепко, но нежно. Вот так. Все прекрасно. Осталась поршневая. Поршневая. И мотор будет готов. Так, поршенек. Тут какие-то буквы X, GS, X, я так понимаю, выход. Exit. Сейчас поставим поршенек. Закрутим цилиндр. Вот. Так, помазать. Игольчатый. В общем, не знаю, что за букву. Знаю, что вот этими бабушками идет на вход. Потому что там меньше окно. И вот так поставишь, будет вырывать. Выхлопное окно там большое. И сломает кольца. Вот надо бабушками. Стоит и во всех. И в Хондах, и в Сузуках, по-моему. В Сузуках не буду утверждать. Но во всех Хондах и в китайских двухтактниках вот этими замками колец идет на впуск. Потому что там маленькое окошко. Так, ну что, штопорку я поставил. Мажем маслом. Мажем цилиндром. Прокладка тут вырублен. Паранит. Мы ее оставляем. Как и было. Прокладка моднявая. Вставляем горшочек. Вот так. Чтобы само все. Все само, чтобы зашло. Как только начнешь живодалом, что-нибудь да сломаешь. Клапан хрюкает. Лепестковый. Это хорошо. А, нет, она боком, правильно. Дует отсюда. Правильно, боком, вот так. Не, вот так. Вот так точно. Оп. Оп. Главное не перестараться, потому что алюминий. Вот.
это вот так. Прикручивалось на два болтика. Это сюда. Защелочка. Защелочка. Два болтика. Оп. 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 Глушитель. Раз. Один болток. Второй болток. Всегда затягиваем сначала на цилиндре. А потом уже прикручиваем глушитель. Так, ну что, все, глушак я затянул. Мотор собран. Пихнуть его в раму и заводить. Так, закатывать его очень неудобно. Самый, наверное, неудобный мотор для закатки. Крепление тут снизу и очень неудобно. Сейчас я его буду пихать. Я его снимал, поплевался, так же и ставить будешь. Сразу поставить. Ну, в общем, мотор я прикрутил. Тормоз задний я прикрутил. Пойду домой. Время уже поздно. 11. Главное, поставил. Осталось подключить сопли, все карбюраторы и завести. А то ну никак мне до него. Ну не добраться, и все лежит и лежит. Ну. Все, в общем. Ухожу. Осталось завести и тест-драйв.